Протяженность автодороги Балыкчи-Барскон 141 километр. В рамках первой фазы работ по реабилитации дорожного полотна в прошлом году дорожники отремонтировали 25 километров дороги. Толщина вновь уложенного асфальта 12 сантиметров. Укладка асфальта в этом году началась рано. Зимой дорожники уже провели земляные работы. К осени планируется завершить. Такой асфальт еще не укладывался на автотрассах Кыргызстана. Отечественные водители отмечают его высокое качество. Этот новый асфальт имеет более высокое содержание щебня. Раньше использовался мелкий щебень. Его размер составляет 20 мм, а у нового 31 мм. Такой сейчас часто используется в зарубежных странах. И качество тоже отличное. Он выдерживает более длительное время. Предыдущий асфальт состоял из мелкого песчаного гравия. Эти технологии остались нам еще от Союза, и они действительно устарели. В этом проекте мы применяем другие технологии и подходы. Щебень, мастичный асфальт. Было бы хорошо, если бы мы стали применять их в целом ко всей дорожно-строительной отрасли Кыргызстана. В этом году от Балыкчи до села Карашар Тонского района будет проложено 25 километров дороги. Зимой здесь уже были построены мосты, водопровод. От нулевого километра до 25-го работают в общей сложности около 400 человек. Кроме того, задействовано 150 единиц тяжелой техники. Согласно проекту, в селе Кара-Атала был запущен асфальтовый завод с мощностью производства до 240 тонн асфальта в час. Рабочие были привлечены из соседних сел. Приходили также из городов Каратала, Карашар и Балыкчи. Внутри сейчас работает 12 человек, снаружи еще 6-7 человек. Завод успешно начал свою работу. Строительство новой дороги ведется также на маршруте Балыкчи-Кочкор. На 17 километрах уже уложен новый асфальт. Кроме того, начато строительство дороги в направлении Балыкчи-Корумду, приостановленное после пандемии. Болот Исаев, Эдиль Мелисбек, Багыт Шаймбеков, Ауто 24, Иссык-Кульская область.